куплено в светофоре вот это вот пойло за 131 рубль. Попробовал, чуть-чуть отпил. Ну, запах, конечно, такой химический. Скажу честно, что нужна была бутылочка вот с таким горлом для настоек. Настойки туда запихивать, чтобы материал. Винный напиток. Ой, сделан тут, я не пойму из чего. Виноматериалы, столовые, сахар. Что такое намешано адское? Что я решил? Я решил, я вот сюда вот сейчас и вылить этот говнище. Это зеленое говно. Вот эта отрава химическая. Вот сюда ее. Все. Я даже не стал ее никому отдавать, чтобы пить. Не хочу травить своих соседей.